От сильных порывов ветра, который буквально сдувает Одессу в последние дни, не могут устоять не только деревья и билборды, но и флагштоки. На Куликовом поле возле Дома профсоюзов рухнула стойка с государственным флагом. Видео попало в объектив наружной камеры. А уже сегодня утром покалеченный национальный символ видела Нарина Щеглова. На Куликовом поле рухнул флагшток с государственным флагом. На видео с камер наблюдения видно, что металлическая конструкция рухнула из-за непогоды. Сейчас столб валяется на земле, а флаг, вероятно, унесло ветром. Сторонники движения Куликова поля считают инцидент символичным. Говорят, произошло это неспроста, намекая, видимо, на события мая 2014 года. А вот представители Южного отделения Украинского института национальной памяти потребовали от полиции СБУ расследовать инцидент. Они уверены, что конструкция упала не сколько от ветра, а столько от действия вандалов. По мнению националистов, они решили надругаться над символом страны, ослабив болты крепления флагштока.